Днем сотрудники городских дорог работают холодным асфальтом. Заделывают ямы глубиной менее 10 сантиметров на самых оживленных участках магистралей. Временная мера пока на сегодняшний день отъявляется до тех пор, пока не наступит устойчивая плюсовая температура и когда можно будет уже ремонтировать дорожное полотно горячим асфальтобетоном. По словам директора МКУ «Городские дороги», этой весной ям в Димитровграде почти в два раза меньше, чем год назад. По мнению Марата Валиева, это напрямую связано с погодными условиями. В 2017 году резких перепадов температуры было меньше, чем в 2016. Работники шиномонтажных центров с этим заявлением согласны, судят по количеству клиентов. Насколько мы сталкиваемся, меньше сейчас стало. Пока на данный момент. То есть сильного ажиотажа не наблюдается? Сильного ажиотажа пока не наблюдается, но мы ждем, я думаю, что-то изменится. Ночью дорожники заделывают глубокие ямы кирпичом. До наступления тепла на латание выбоин планируют потратить порядка 60 тонн асфальта и 1000 кирпичей. Наталья Васильева, Виталий Немов. Наше время.